И к другим новостям. Организаторы фестиваля «Северный характер» ищут героев программы, снятой в 1986 году в Мурманске журналистами норвежского телеканала НРК. Участниками телепередачи стали мурманские школьники, спортсмены секции по гимнастике и боксу, артисты театральных и танцевальных секций, подопечные кружка по авиамоделированию. В Советском Союзе программу так и не увидели, ее транслировали только в Норвегии. Однако спустя 34 года увидеть программу смогут и российские зрители. В марте на кинофестивале «Северный характер» ленту представит один из авторов. А после просмотра состоится творческая встреча, на которой участники событий поделятся воспоминаниями. В связи с этим организаторы кинофестиваля разыскивают героев программы. Возможно, некоторые из них до сих пор живут в Мурманске. На момент съемок детям было 12-13 лет. Организаторы кинофестиваля уже нашли одну из героинь программы. Ей оказалась известная в Мурманске журналистка Александра Ритунская. Фотографии других школьников можно найти на страницах кинофестиваля в соцсетях.